Здравствуйте, это канал Максимадзе и Андрей P2017. Короче. Это третья серия. Это третья серия по нашему летсплею в Майнкрафте. В модном Майнкрафте. И, короче говоря, сегодня. Ого, два ведра славы у тебя есть. Я их притащил только что. Да. Зато у нас будет. О, кстати, а железом можешь поделиться со мной? Я хочу сделать себе железный топорик. А, бери из сундука. А, отлично, благодарю. Кстати, Слушай, вот тут в печке доплавится, я возьму на топорик. Хорошо. Мне всего лишь нужно было сделать железный топорик. Хотя мне только на меч хватает. Я отправляюсь в... Ты-то положи, сколько осталось в этот сундук, ладно? Я забыл положить. Я хотел, всё. Я что-то забыл. Ладно. Так, сколько? Я отправляюсь в этот... В саванну добывать... Там акацию. Телепортироваться на точку. Так. А тут еще, кстати, этот житель с сеном. Из сенового дома. Сеновый дом. Ну да, сеновый дом. Железного топорика, я думаю, хватит надолго. Будем рубить деревья. Мне надо очень много акации. Ай! Именно из них я хочу построить себе этот дом. А еще я возьму несколько саженцев себе. Буду выращивать акации дома. А я тут решил немного золота нафармить. Так, плюс еще одно золотишко. Так, забор надо на место в базу выложить. Блин, хочу лошадь приручить, мне бы лошадь надо. Я тут акации добываю пока. И я уже добыл довольно немало. Это дуб, это не акация. Она не у меня дуба много. Блин. Так. Чё пугаешь меня так? Я бы мог топором этим по тебе сейчас хренакнуть. Пройтись по мне, да? Да, я чувствую. Не одна. Максимадзе нужны очень. Очень нужна акация. В этой саванне ни одного дерева не останется. Вряд ли меня нужно будет так много, что прям... Ого. Уже почти 3 стака. Что тут прям ни одного дерева не останется. Так, 3 стака это, пожалуй, мало. Надо еще. Так, я буду кактус проращивать кактус надо. Потому что у нас сезонка стоит, и нам для стекла это надо будет. Да, а кстати, а с какой периодичностью они меняются? А я не знаю, надо отслеживать, я не помню, как отслеживать. В общем, если ничего не будет расти, значит считай, что сезон сменится. И для этого нам нужно теплицу сделать. Да, давай пока это ресурсов накопим и будем решать, типа, где будем строиться. Если хочешь, может быть, прям все-таки там построиться, где ты. Блин, сейчас, если хочешь. Ну, дом я планирую строить там, где у нас первый дом построен. Там же я хочу построить. Ну, тогда надо будет здесь разравнивать. Мне жрать будет. Нужно. Да, уже третья серия, мы с тобой ни разу не сдохли. Это очень радует. Интересно получается. Интересно. Ну, правда, мы на легкой сложности играем. Знаешь, как бы... Какой мы раньше не на легкой откисали. Так, лопата кончилась.
Ну, ничего страшного. Так. Песочка, сможешь, если что, пожалуйста, притащить? Да, ну тут, ну я пока здесь... А, вот песочек. Я сейчас его накопаю здесь. Притаракань песочку. А зачем тебе он? Я буду выращивать, говорю, кактусы, потому что они нам понадобятся скоро. Они понадобятся... Ой, как нам много, правда. Так, я тем временем пока скрафчу две лопаты железные. Ну, потому что... Под водой песок копается тяжелее. Так ты в пустыне, ты чё? Ты можешь из пустыни прям накопать его. Мне просто надо деревья сейчас добывать эти. Ой, а это сейчас сколько стаков будет у меня? Надо выкинуть что-то. Вот это, вот семена долой. Яйцо долой тоже. Яйца лучше бы складывал ты, потому что я хочу ферму куриц в том сторону. А, ну извини, я уже его... Сахарный тростник. Так, здесь что, яма? Нифига тут яма, конечно. Надо засыпать земелькой. Прикопаем. Лопата уже заканчивается. Ой, да не говори, блин. О, вот здесь вот самое жестокое еще, место. Еще я немного хочу... деревья понарублю. Я хочу вот эту лужайку заровнять в гладкую поверхность, честно. Я хочу разровнять большую площадь плоскую. Построить большой комплекс домиков. Хочу построить огромную... Слушай, давай искусственную деревню с жителями создадим на всякий. И какой толк в этом будет, интересно? Ну, не знаю, просто были. Мне кажется, от искусственной деревни толку никакого не будет. Ну, хотя, если бы мы были на новой версии, да, был бы толк. Так, ладно. На эти квадраты я пока буду засыпать скоро. Если у тебя будет земля, мне отдавай. Да. Так, ладно. Оба, еще фармить. Ем золотишко. Правда, фиг знает, зачем золото, хотя золотые яблоки, наверное. Сахар долой. Стрелы долой. Тоже пока. Так. Мы всегда успеем еще стрел раздавать. Ай! Фига, он два сердца за один. За одну тычку сносит. Так, лук бы. Лук, который едят или которым стреляют? Которым стреляют, надо будет лук собрать. Хотя в Майнкрафте же нет лука, которым едят. Логично. Так что чё, я задаю вопросы-то сижу тут. Ай-я! Полтора сердечка. О, какое это несчастье. Напряжно, да? Доброс. Так, еще одно деревья срубим. Парам-пам-пам. Интересно. Вот, все, теперь красивее стало. Так, две курицы. Макс. Их сейчас очень много становится. Кого? Этих вокруг дома. Циклопы, оба, сейчас меня будут жать походу в углу. А, циклопы для меня не сильно это страшно. Так, ааа! Ой, напугал. Я впервые сдох. О, Андрей впервые сдох, а я, кстати, думал, а кто же первый умрет? Какое я сдох просто с одного тычка. Ты кошмар, блин. Так, если у него 3 хп осталось, я его добью нафиг топором. Короче, 40 песка у меня, я положил его в сундук. Я сдох. Вот так-то, блин. Я левел даже накопил нормальный. Ладно, переделываем раскладку.
Так, меч. А, нет, я лучше дерево возьму. Лучше, а лучше из угля факел сделать. Так. Еще один топор. И сюда дальше кирок докинем. Отлично. Пожалуй. Теперь факела есть. Теперь еды надо докинуть себе. Все прекрасно. Блин, семена. Так, ладно, семян я целых. У нас что, больше стака семян? Ну да. Так, ладно, песка есть, если что, на стекло уже есть песочек. Че, поспим? Так, погоди, я хочу сначала воспользоваться. А то я не хочу, чтобы мобы пришли. Погоди, погоди, не ссы. Самое главное, чтобы крипер не пришел опять и не разнес дом. Да не разнесет, не ссы. Все, ложимся. О, вот и не на ту... А, кровати мы поменялись, случайно. Да. Я хотел только что сказать, ты и кровать перепутал, не на ту кровать лег. Да, пофигу. Так, это сюда. Стекло туда будет. Так. Ой, железные поножи. Совсем забыл. Опа, зомби ко мне горящий идет. Ничего, сейчас доб... Да, гаси сейчас его! Сейчас он почувствует мой клинок у своего горла. Ох, как сказанул-то, а. О, дерево на крыше выросло. Это круто. Теперь я хочу его срубить и посадить там саженец акации. Ничего, ты, конечно, на акациях помешанный. Мне, а мне они очень нужны. О, а зачем мне земля? Я лестницу сейчас тут сделаю. Так, по-моему, все, да? Да, да. Так, а как крафтится стекло, собственно говоря, то? Стеклянная так. Панель имеешь в виду? Да, а как, слушай, как раз боковые эти открыть, подсказки, как, я не помню. Боковые подсказки? Меню. Ну, типа, все мне вот это все было видно. Не знаю. Блин, я вот тоже не помню. Стеклянные панели делаются из шести... Да не стеклянные панели, а другие, это стекло тепличное, которое... Тепличное? А, нет, не знаю, не знаю. Нифига ты там акации нарубил. Это, да, это еще не так много. На дом, я, мне кажется, не хватит. Блин, как же он крафтится, я забыл акацию посадить. Так, ладно. Пусть пока оно добывается, все дело. Эх. Зачем ты деревья, где попало, рассаживаешь? Я наоборот разогнать тебя сейчас. Почему где попало ты? Я хочу где-нибудь здесь дом построить. Ты себе хочешь дом построить? Ну не знаю, можно один большой вообще просто построить. Не знаю, мне было бы прикольно, если бы это... У тебя был бы свой дом, у меня был бы, я бы посмотрел бы, какой бы ты себе дом построил. Мне-то пофигу, какой дом. Мне главное, чтобы ресурсы были красивые у нас. Да. Точнее-то. В общем, нам еще склад же надо будет строить под дальнейшее развитие, я считаю. Надо немного так. Разровнять площадку, действительно, и. Землю сноси, мне скидывай, я буду засыпать когда. Я, короче, где-то свой дом тут построю. Если ты там будешь строить, то я где-то здесь. Ой, все, все, кирдык лопате. Надо новую сделать. Железку одну мне надо. Нерационально используешь ресурсы. Шучу. Так, ладно. Зачем мне столько кирок одновременно надо? Непонятно. Так, ну я, короче, сейчас буду здесь вот. Блин, а что из этих подсолнухов можно сделать, а? Краситель можно желтый сделать. Так, как вы тут... Его я использовал для создания своей кровати. А, вон как. Так, маркеры.
так. Блин. Кончилась земля. Ты землю, если что, добывай, меня скидывай. Ладно? Да, я много земли уже добыл, думаю. Уже 1,5 стака, короче. Мне скидывай. А ты карьер, что ли, хочешь здесь сделать? Да не карьер, я пока заравниваю здесь всю землю. На, лови всё. Землю. Я тебе там скинул землю. Я видел. Очень отлично. Спасибо. Пока что надо здесь разравнивать территорию, здесь строить. Да, я тоже равняю себе территорию и буду... А ты просто раскапываешь, поди, да? Ну да, засыпаешься. Я... Разравниваю все земли, разравниваю, чтобы дом места хватило. Блин, капец, у меня земли так меньше и меньше становится. А у меня наоборот. Ну ты мне... О, пещерка есть. А, ну-ка. О, это ты копал, это ты копал. А я думаю, что... Да засыпь ты ее чем-нибудь, нафиг. Ну ладно, твоя пещерка превратится в мой подвал. Да, без разницы вообще. Потом. Только которые будут пустоты, ты засыпь потом, ладно, их, чтобы мобы не спавнились там. Я, кстати, не проверил ее до конца. Ну-ка, ну-ка, что там внутри есть? А, ничего. А там просто тупо камень, нифига там нету. Пам-пам-пам, парам-пам-пам, парам-пам-пам. Ну вот, в принципе, яма начинает заравнивать. Так, у меня кончились блоки земли. Отлично, бегу к тебе, значит. Так, я дальше иду еще раскапывать кусок земли здесь. Я тебе сейчас землю скину. Ну ты скидывай мне землю, потому что это очень необходимый ресурс сейчас. В наше время очень необходим ресурс, да. Равнять землю надо же, да? Сейчас посмотрю, где там начал раскапываться. Так, лопата кончилась одна. Пофигу. Так, вроде места хватает. Теперь только траву надо эту убрать. Ой. Посмотрим, что-то... Нифига ты там захотел это как сделать? Ну, дом большой достаточно, надо много места. А ты хоть в блоках ты считал, нет как-то? Нет. Но чувствую, что надо много. Так. Красота. Здесь лужайка все приобретает более красивый вид. Да. Так, надо будет... Скашиваем траву. Жалко, газонокосилки нету. Так можно водой просто потоком воды смывать это все. А, точно, слушай, ты прав. Только у меня... А, ведро воды, пустое ведро есть в сундуке из-под лавы. Ну ладно, я уже все равно почти скосил. А. Ладно, здесь-то я, пожалуй, возьму, короче. Так. Вот ведро. Я бегу за... Так, погоди, дверь не закрывай. Так, надо стекло. Опа! Оба. Чё? Так. Коблин. Опять. Что? Коблин. Это, короче, маленький монстрик, который маскируется под блок травы. А, ты про этого. Из него выпали какие-то земляные осколки. Интересно. Но... Да, отличнейшее это место для урожая, конечно, нашел. А что, ты там засыпаться собираешься, что ли? Ну нет, просто какое-то странное место немного, мне кажется. Ну потому что вода там вообще-то. Кстати, надо еще тростник будет высаживать. Не напомню, надо тростник высадить. Где у меня тростник? Блин. Дома он. Надо будет, слушай, темного дуба добудь, пожалуйста, один раз. Темный дуб мне надо. А зачем тебе темный дуб? Чтобы было.
Там много стаков в сундуке его. Мне именно бревно надо. А, древесина, и ты имеешь в виду надо. Да, именно бревно надо. А из досок я уже сделаю. Ладно, сейчас. Только я боюсь, у меня может топор сейчас уже сломаться. Темное дерево довольно-таки большое. Ничего страшного. Обалдеть, сколько его выпало. Так, а как забор делать из этих всех штук? Так, это лодка. Как забор делать? Я забыл, кстати, как забор делать. То ли нужно... Я забыл, как делать забор. Сейчас я попробую одну методику. А, все, нашел, как делать забор. Все, вопросов больше нет. Вопросов больше нет. Все, в принципе, это и есть ресурсы. Надо будет потом это... Слушай, надо будет рамок накрафтить. Для этого нам надо будет много коров, чтобы кожу получить с них. Чё, у тебя там земли еще нету, случайно? Есть 13 штук. Ай, мало. Но все равно скидывай. Очень мало. Ну, скидывай, тем более. И дуб на, держи свой. Так, булыжник есть? Есть, прекрасно. Все у нас есть, в принципе. Вот, здесь уже красивее получается. Сейчас так, начинаем дом строить. Я открою скриншот этого дома своего, как он там выглядел. И начинаем постройку. Может, это, зайдем поспим сначала? Хорошая идея, сейчас я тоже это сделаю. Я не хочу при ночью строить. Плюс. Поспим, и утром я начну строить дом. Утро вечером мудренее. Так, все, полетели. Вперед. Здесь тоже разгоняюсь. Так. Ну что, ты дом построишь за один раз на ролик? Или будешь его по чуть-чуть строить? Да конечно, такой большой дом я за одно видео не построю. Ты че? Сейчас немного и... Все, да? Да. Конец серии будет. Да, ну... Хорошо. Небольшое начало будет. Блин, опять земля кончилась. А, ну поздравляю тебя с этим. А, боже мой, так бесит, когда он заканчивается, на самом деле, очень. Вот. В принципе, примерно я уже придумал, как у меня будет склад строиться. Так, раз. Так, то есть вот здесь стекло. Здесь. Два, три, четыре. Так. Так. Ай. Раз, два, три. Не. Хотя я придумал. Наверное, вот так будет. Может, по четыре сделать. Или по три. Ладно, сейчас я контур раскопаю для начала. Я склад буду небольшой строить. Так, а сундуки, слушай, а рядом друг с другом можно стоять, нет, ты думаешь? Нет. А, нет, значит, да? Так, ладно, сейчас будем думать, как тогда сделать красивее. Три доски там было. Так. Получается, еще надо булыги взять немного. Для фундамента, так сказать. Булыга. И дальше следом идет следующее окно.
Это получается раз. Вот, опа. Еще. Я думаю, хватит вот такого размера. Так, первый здесь этаж закончился. Здесь далее идем. Так, здесь получается отступаемся. Вот так. Вот так. А, еще немножко туда выкупаюсь, все прекрасно. Все прекрасненько. Так, вроде все должно будет влезть примерно как-то. Ну, как я посчитал, должно быть все прекрасно встать сюда. Так. Теперь здесь блоком закрываемся. Теперь эти два соединяем. Все. Вместо этого будет так. Надо будет нам найти где-то андезит, наверное, я думаю. Mm-hmm. Причем очень много андезита надо будет. Или диорита. Чем-то такого. Нифига себе, сколько здесь накопал. Здесь хватит, чтобы заровнять большой кусок земли. Это прекрасно. А ты что, не будешь углублять дом, что ли? Кого? Землю? Я думал, ты углубишь, чтобы почва была в поверхности с полом. Ты я думаешь, пол сделаю выше немного. А, ты крыльцо будешь делать просто еще? Да. Как в том летсплее все буду делать. Так, теперь что у нас? Ну ладно, хозяин-барин, как говорится. Хозяин-барин. Так, лопата сдохла. Чё? Лопата не сдохла. Лопата сдохла. Так, ладно, пока будем здесь отстраиваться дальше ещё. Я пока отделю то, что нужно будет на сектора. Вот эти ямы надо будет заполнять все. Чуть-чуть, по чуть-чуть, потихоньку, полегоньку. Офигеть. Ага, земля кончилась. Красота. А, еще 9 блоков есть, прекрасно. А, не здесь они должны быть. Бррр. Что-то мне кажется, склад какой-то маленький у меня получается. Продолжу еще немножко. Так, склад. Два стака первые закончились. Надо следующий. А, нам мне нужно сделать это ступенечки. Я думаю, тебе уже более чем достаточно будет. На данный момент. Летсплея. Так, блин. Возьму два кусочка железа. Я имею право взять? Конечно. Ведь мы добывали его вместе. И теперь. То и можно. Терраформинг. Получается неплохо. Весьма недурно. Только мне кажется, что... Хотя ладно, фиг с ним. Склад будет таким маленьким. Блин, не допрыгнул. Эх, какая досада.
Опа, вот фундамент готов, получается. Теперь осталось столбы поставить только. Ставим столбы. Так. 1, 2, 3. Ну что ж, для начала неплохо. Красота. Вот здесь красота. Еще. Красота. Вот здесь проход еще будет один. А двери я из темного дуба сделаю. Неплохая идея. Ну да, как и в том летсплее. Так, здесь я лучше сделаю по два, потому что это будет попроще, мне кажется. Ладно, стекла потом. Так, нужны темные доски. Возьми у меня, я тебе разрешаю сюда. Я уже это сделал. И вот, три двери, мне как раз нужно три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Блин, надо еще дуба темного. Так, топор у меня живой. Погнали. Надо еще ступень, еще одну ступеньку. Хочешь жить, умей вертеться. Отлично. Ну что ж, для начала неплохо. Блин, вот это вот мешает, бесит, если честно, я ее уберу. Кто мешает тебе? Кусочек листвы в воздухе висел. Не исчезал. Молодец. Че, земля нужна еще? Да, нужна, конечно же. Лови. Че? На. Ты побольше земли просто притаскивай. Да. Будь... Классно. Так, из у меня сзади дома тут, короче, твой проход этот вниз. Может быть, что-нибудь там, может быть, я там что-нибудь сделаю. Ну, сделай. Ладно, ну, а это будет все, ну, об этом в следующей серии. На сегодня закончим. С вас и подписываться на эпичные видосы. Подписывайтесь на стримский канал, влоговый канал, спадеру ВКонтакте. Неплохо для начала строительства дома, и Андрей тут что-то уже тоже строит. Это склад будет ресурсов. А, склад, может. Хорошо. Так что еще раз спасибо за просмотр и всем пока. Пока.